Несмотря на сильный снегопад, в Ульяновске продолжают активно готовиться к Новому году. Главный атрибут праздника – большую ель – уже привезли на площадь Ленина. Высотой зеленая красавица около 20 метров. На ее установку ежегодно привлекаются 4 грузовых машины, одна из которых с подъемным краном. Вместе с елкой начали установку и деревянных домиков, которые украсят площадь Ленина и эспланаду.